Доброе утро! Готовим завтрак. А Гриша тут пока пылесосит, а я делаю вафли. Сахар, яйца, сливочное масло сейчас сюда добавим. Тесто для вафель я тут замешала. Здесь у меня стакан молока, 3 яйца, 100 грамм сахара, 220 грамм муки, разрыхлитель, пачка разрыхлителя, 50 грамм крахмала, что еще, и 120 грамм сливочного масла. В общем, тут уже были все ингредиенты, которые нужны. И поэтому вот такое вот тесто. Здесь у меня и рисовая, и овсяная мука. Разогреваем сейчас. Эту сейчас подожди, да, я сейчас возьму, чем накладывать ложечку. Гриша хочет пельмешек на завтрак, так что ему сейчас будем варить пельмени. Гриш, ты тогда принеси. Хорошо. Наши вафельки еще. Здесь пельмешки. А я мешаю слайм. Антоша думает, что он тут слайм мешает. Доброе утро, дети мои. Приятного вам аппетита. Папа наш сегодня на работе, но я ему наложила, а его не будет. Поэтому не будем завтракать. Нет, не приедет. Но я ему все равно оставлю. Вот, так что завтракаем. Вышла на улицу, но у нас так сегодня свежо. И ветерок. А я иду сейчас рвать кизил, потому что, мне кажется, тем градом, который у нас был, вот сейчас ставлю кусочек, какой был град, мне кажется, там его уже не осталось, но пойду посмотрю. Да, Гриша только с рыбалки. Вот такого вот размера градинка. Это одна, таких мало, да? Миллиард. Нет, таких мало. У Гриши глянь, какая крупная. Девушка, глянь. А вообще они маленькие. Да не, он сейчас и покрупнее падает. Он упал. Папа говорит, ты поехала? Ну, как бы, пока еще не поехала, пока только поплыла. За детьми. А нет, вы знаете, еще что-то осталось. Так что сейчас нарву кизила и заморожу его до компотика. Еще даже что-то есть.
Я тут тоже и лестницу приспособила. Эту часть дерева оборвала, ну, насколько достала, насколько смогла, там прям на верхушке, но туда прям не добраться. И вот что у меня тут за урожай кизила. Почти миска. Еще сейчас пойду с другой стороны рвать. Тут три дерева у нас получается. Так, все, кизил остался только зеленый. Вот здесь вот прям очень зеленый. Надеюсь, что когда спеет, я его еще успею оборвать. Вот. И тогда идем сейчас мыть его и замораживать. Так что все, мисочка кизила готова. Нет, Степ, не прямой эфир. В миске смотрелось все не так классно, а тут прям целая горка кизила. Все помыла. Сейчас подсохнет. И буду его замораживать. Хочу еще, кстати, яблоки засушить, если получится. Сейчас пойду посмотрю, сколько там яблок нападало, потому что ветер, мне кажется, яблок будет сегодня много. Ой, в какой-то веке Афоня может в компьютер, да, сынок? Что ты выбираешь? Что-то смотреть? Ну, давай. Мама поехала на собрание, ладно? Да, Антона на танцы. Все, я еду на собрание, Антошина по танцам. Причем это уже второе собрание. А листики? Брать? Нет, листики там. Положи на остров и ручку мне давай. Все, вы дома, хорошо? Все, я выехала. Что хотела спросить? Что хотела сказать, что Антоша сейчас новый преподаватель на танцах. Вот, молодая. Тоже с ними занимается. В общем, Антоше было только одно занятие. Вот во вторник будет второе. Ну, вполне себе Антоше понравилось. Ну, он вообще любит танцы, поэтому некоторые там хотят бросить, потому что не будет Аллы Алексеевны. Ну, ее не будет только этот год. На следующий, я надеюсь, что она уже будет, поэтому мы все равно будем ходить на танцы. Слушайте, сейчас еду. Здесь после града такая ровная дорога. Вообще, я не знаю. Это только после града так вот, ну, после вот этого сильного-сильного дождя, но она прям очень ровная. Как-то непривычно. А у нас еще сегодня выборы. Мы обязательно пойдем. Как только наш папа приедет с работы сегодня, несмотря на то, что воскресенье, у него рабочий день. Вот, так что как только придет с работы, пойдем. Мама дома. Что ты хочешь смотреть? Новый год у кого? У дедушки Лёши. Да, сейчас будем искать. Новый год у дедушки Лёши, да? Так. Ну-ка ищи. Есть там Новый год или нет? Потом у деда буду. Это как мой дедушки, но не Новый год. Давай напишу, может, Новый год у дедушки Лёши? Что за... Что, у тебя горло болит, что ли? Нет. Сейчас грею себе кофе, хочу попить. Кофе с вафлями и с вареньем из инжира. И я заметила, что сварили пачку пельменей на завтрак, всем разложила, сижу, не на пельмени еще стоят, но они уменьшаются. В общем, пока сижу, не приедет, я так понимаю, их вообще тут не будет. И вот вафли сегодняшние тоже их вот так вот подъедают, и я подъедаю с инжировым вареньем. Сейчас открою, в общем, буду пить кофе. Сережа на рыбалку, да можно, собирайся. Афонь, Гриша говорит, что там ветрюган, лучше не надо. Нет, не надо. Лучше, Афонь. Пошли, сейчас лучше яблоки с тобой порежем и вместе пойдем, хорошо? Да, вот с мамой придешь, я приду. Тебе дам порыбачить. На твоей. Я хочу на маленькой, на твоей. Ну, на моей порыбачишь. Сейчас только яблочки с тобой порежем, сушку, хорошо? Ты же маме поможешь? Пошли, Гриша. Антош, ты пойдешь или нет? Не хочешь? А, ты с ними не дружишь? Поссорились? Ну и правильно, мне тоже это не понравилось. Мне очень понравилось, что мы яблоки с ними собирали. Я собрали свои
Хотя мы, я собрал половину яблок. Я тоже там половину. Вот какой ветрюган, вот пустой бассейн наш отнесло. Сюда ну лежит, теперь ждет нашего папу, будем его скручивать. А пока сейчас буду перебирать яблоки, вот это вот симиренка обнесло ее ветром, вот с этого дерева хочу на сушку перемыть, перерезать и посушить. Все, приехал папуля. Надо ехать на выборы, чтобы уже вечером быть дома, блин, в субботу. Так что едем. Да, я, кстати, когда приехала с собрания, увидела вот эту вот записку. Прикольно, предупредили все-таки. Все, мы на выборы. Пап, ты рад? А я знаю, что ты хочешь. Готов сделать свой выбор. А я гражданский знаю. Долг. Да. А кого мы там будем выбирать? Ну, кого-то. Кого знаем, да? Путина. Да нет, Путина там не Путин будет. Путин совсем не да. Откуда все время девается вера? Хотели съездить на выборы, а тут везде парковка запрещена, как бы, да? А мы где? В библиотеке? В библиотеке. А что, в Дом культуры тоже избирательные участки? Тоже, люди тоже идут. Не знаю, туда пошли куда-то, пошли в библиотеку, но мы всегда были в библиотеке. Пошли эти в библиотеку. Они просто хотят, чтобы мы тут на стоянке, да, поставили машину? И так на выборы никто не ходит. Это... Да, еще и парковку запретили. Они хотят, чтобы... Пошлите, дети, прогуляемся. Глянь, даже эту растяжку, да, для выборов сделали. На сцене. Баннер. Каштаны это, а не кристаллы. Слушай, ну а тут туйки нормально, да, зелененькие? Но красивые. Скажи. А тут им хорошо, да, наверное? Ой, какие посажали. Не, ну вон и можжевельничек так тоже зелененький. Знаешь, сколько раз уже косили этого можжевельника? Ну да, да, он пока маленький. Ну, сколько раз тут кашу. Мы куда, в библиотеку? Да, да, мы в библиотеку, сынок. Ты знаешь, где она стоит? Вон она стоит. Она стоит. Ой, нет, уже сидит. Ну покажи, что там детям дали за кальточки. Голосуем всей семьей. Mm-hmm. Ну, практически всей, да? Держи себе кальточку. Пас. Да, парковка везде запрещена. Приходите на выборы, да? Нас запретили везде. Мы вас не ждем. Да. Так, Афоня хочет в Рыбацкий, да? Да не, пускай. Зачем? Всем. Так, давай. Афоня у нас так просил зеленый чай, так что купили ему вот такой вот. Заходим, ребята. Наши покупки. Купили самое обычное печенье. Топленое молоко. Афоне чай, две курицы. Томатную пасту. Что еще? Творог. Три пачки. Сахар, две, хлеб белый, два молока, один кефир, сметану. Антоха себе выбрал чипсы, а Афоня себе выбрал за пятницу, покажи, что блокнот, да? Блокнот и вот такие вот три ручки. Так, а дети смотрят мультики, я все-таки пойду яблоки-то порежу, потому что они-то там уже намытые, меня ждут. Вот мои яблочки, главное их тоненько порезать. Вот уже начала, одно яблоко порезала, пока Сержу не
не было. Ну вот сейчас продолжу. Вот две мисочки мне нужно перерезать. Папа начал собирать бассейн, но тут при это, да? Эти штуки, железяки прикипели, короче, да? Ну так-то отходят? Отходят. Просто не с первого раза, да? Ой, у детей тут продолжается футбол. Так, все влезло, пап? Да еще не все, еще. А, еще детальки, да? Вот так сам и бассейн уже за... Руки, ты мне вот так даешь. Скрутили. Это сделать штрафной. Это красная карточка. Ну, подержи. Это же красавчик. Смотри, яблоко гренит. Так, зачем ты пьешь? Все яблоки уже в процессе сушки. Получилось вот 5 противней. Примерно вот так вот я их таким тонким слоем достаточно раскладываю. Потом буду просто эти противни менять местами. Так что они примерно до завтра будут сохнуть. Сушилка у нас вот такая вот, самая простая, Diva Rotor. Вот, куда-то вот эта штучка потерялась, которая устанавливает температуру. Тут, в общем, один регулятор, это вот температура. И ждем теперь. Здесь как бы есть как некая такая инструкция, вот яблоки 6-7 часов. Давай мириться. Ух ты, а где ты такую грушу взял? Не видела, какие там груши? Сходила хоть бы. Дай мне. Видите, какая. Там вот такие висят. Класс, а что мы их не едим? Я ем. Иди сюда! Я шла, ты видел? Я сейчас принесу, здесь я не мисс, как я здесь люблю. Да подожди, тут глиголей. Да? Ну да, тут как раз сюда удобно ехать, туда не очень, да? Как то так? Ну здорово. Надо еще над этим, над поворотами, над балансом, чтобы не падать. Ну да, да, поработай, да? Мама, потом я покажу, как я езжу. Мама, потом я покажу, как я езжу. Хорошо. Я лучше его езжу, чтобы по секрету. Да? Туда неудобно, Гриш. Ну я знаю. Тут надо, тут там.